My men are loyal. I did not ask for your opinion, Captain. The safety of Yorkus is my duty. I did not believe it when my advisors told me your ship approached the harbor. I need your help, Lycomedes. I know a way to bring her back. Enough of this! Out of respect for your father, I give you a choice. Каким-то чудом пресловутые 300 спартанцев Снайдера остались без игровой адаптации. Людям же с хорошим маркетинговым чутьем известно, что железо ковать надобно, пока оно раскалено. Ну или совсем чуток остыло, разве что. Взяв на борт композитора фильма Тайлера Бейтса, разработчики из Liquid Entertainment взялись создавать, как говорится, нечто вроде. В основу загробастали хорошо большинству из вас знакомый миф об экспедиции аргонавтов за Золотым Руном. Вот только сюжет, давно устоявшийся, штатные сценаристы взялись раскрыть по-своему. Получилось нечто вроде 300 спартанцев. Ясон, доблестный правитель Иолка, собрался было жениться, но не сложилось. Невесту Альсем внезапно лучник застрелил, непонятно как в покой царя пробравшийся, да еще и друзей при себе целый взвод проведший. Без лишних оглушительно-спартанских воплей, Ясон всецело раскрывает тему брутальных поединков в процессе воспитательных работ с обидчиками и отправляется на поиски ответов, средств к воскрешению возлюбленной и, само собой, неприятностей на свой голый щит. Задумывали в Liquid Entertainment ликвидный слэшер-РПГ, а выпустили в конечном итоге непонятно что, правда не менее ликвидное. Очки опыта, вдумчивая прокачка, журнал квестов и вездесущий вещизм в Rise of the Argonauts отсутствует полностью. Грубо говоря, здесь есть только три вещи – беготня, диалоги и драки. Но, как оказалось, лучше меньше, чем больше. Три составляющих геймплея проработаны на совесть, хотя и назвать все это в целом ни ролевой игрой, ни экшеном нельзя. Многочисленные беседы полны маловажных деталей, наполняющих игровой мир, историко-мифических подробностей и пафосных изречений. Выбирать плохой или хороший путь не надо, надо угождать богам, но делается все это почти автоматически. Еще перед выбором ответа мы знаем, какому богу зачтется та или иная реакция на вопрос или утверждение. Афина, Гермес, Арес и Аполлон все наши беседы активно подслушивают и за пафос во славу их лениво награждают очками собственного благословения, которые можно на ближайшем алтаре растратить на всяческие боевые навыки. Правда, как и где их применять, не совсем понятно, но оно и не суть важно. В промежутках между диалогами мы бегаем по округе в поисках применения своим умениям, но приключений найти самостоятельно как-то редко получается. Они, как правило, сами приходят и порой столь же внезапно, сколь и принудительно. На разнообразие таковых, однако, девелоперы не поскупились, да и проработка заданий порой впечатляет. Избрание нового начальника охраны, дебаты в холле совета, выяснение отношений с Ахиллесом на гладиаторской арене. Скучать почти не приходится. Все это награждается либо новыми приключениями, либо приобретением соратника, либо экипировкой. Денег в игре нет, потому что нет торговцев. А инвентарь олицетворяет специальная комната на легендарном судне Арго, где можно сменить вооружение и броню. Подобно рыцарям Старой Республики, аргонавты сходят с корабля на берег только втроем – Ясон и двое спутников. Внутри же судна также можно побродить, пообщаться с соратниками, выбрать курс плавания и так далее. Интерфейс на экране отсутствует полностью, какие бы то ни было характеристики у героя, включая полоску жизни, тоже.
Учитывать показатель урона и прочие подобные вещи в поединке не требуется. Нужно лишь вовремя на кнопки давить и правильно оружие выбирать из доступных трех типов. Копье с лучшей дистанцией, резвый меч и тяжелая булава. В разных ситуациях пригождается каждый из инструментов умерщвления. Сражения получились зрелищные и жестокие. Наблюдать за фатальными добиваниями можно бесконечно, но как-то камера этому не способствует. Да и оптимизация местами тоже. В основе игры технологии от Unreal Tournament 3, но распорядились ею разработчики не то чтобы очень удачно. Порой движок корчится в истерических приступах кашля на ровном месте. Что-то куда-то подгружает, и планку FPS то спускает до минимума, то забрасывает до небес, что сразу же бросается в глаза как раз из-за ракурса и скорости движения камеры. Визуально-то все почти повсюду красиво, кое-где даже очень, но сильно разнятся в качестве модели персонажей, да и детализация лиц временами шокирует. В каких-то роликах все в порядке, а в каких-то редкой породы размазня крупным планом демонстрируется. Многое, однако, звук спасает, актеры свое отработали на отлично, да и музыка Бейтса само собой. В результате получилась весьма достойная почти RPG, которую легко освоить. Эдакие как раз 300 спартанцев из мира компьютерных игр. Все необходимые выводы остаются за вами.